Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас третья часть продолжения джемпера от Red Valentino. Все предыдущие части оставлю вам ссылочку под видео в описании, первую, вторую, и еще есть одна часть с разбором вот этого узора. Мы уже связали до проймы переднюю деталь и спинку, и мы уже связали рукав, а кат рукава, это все у вас уже должно быть связано. Кто вяжет со мной. Значит, сейчас мы сделаем расчет. Девчонки, чуть-чуть у меня напряг с пряжей, мне придется докупить, поэтому я в этом видео, вот сколько у меня хватит пряжи, я вам расскажу, посчитаем мы переднюю деталь, горловинку сделаем, на этом мне хватит пряжи, и посчитаем спиночку, вот, чтобы вы могли закончить без меня, потому что мне придется, я так понимаю, ну совсем по чуть-чуть, по 50 грамм пряжи у меня не хватает приблизительно, вот представляете, а мне проблемно здесь ее как бы и найти, поэтому пока я найду, я вот это вот, а то у меня же девчонки подгоняют. Вот, значит, что мы, я вот рисую пройму передней детали, сейчас мы все вот будем рассчитывать, здесь как бы мы основываться будем на вот этот клетчатый узор. Так, я измеряю сейчас свою ширину плеч, вот, ширина плеч у меня 41 сантиметр. Вот, и я ее размещаю вот так вот по центру вот этого узора. И получается, что вот эти вот петли, вот я даже не считаю по плотности ничего, я просто разместила по центру, вот максимально упрощу для вас эти все расчеты. Вот получается, что по боку мне нужно убрать 2, 4, 5, 6, 7, 14, 15 петель. 15 петель. Это не классический расчет проймы, это мой наработанный, которым я пользуюсь, девчонки, упрощенный, поэтому сейчас все мои, которые недовольные, пожалуйста, и все, которые правильные, вяжите по своим расчетам. Значит, как я разделяю эти 15 петель? Я делаю вот таким вот образом всегда, всегда в передние детали, в спинке чуть-чуть по-другому, то есть я беру за основу, значит, 4, 3, 2. Это у меня сколько? 9 петель. И далее пошло, остаток разделяю на единички. Заканчивая единички. Все, я больше никаких супер-пупер. Спиночка чуть по-другому, я вам это скажу. Это самый-самый простой расчет, самая простая формула. Я же говорю, годами ею пользуюсь, я не делаю слишком сложных там умудренных расчетов на пройму, вот так я всегда. Вот, значит, у меня 4, 3, 2, это 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, то есть 6 раз по 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1, и 6 раз по 1, вот, вот мои расчеты, как бы, никак, в принципе-то, никаких расчетов, вот оно. Если, допустим, ну, в принципе, там и туго вяжем, если у вас здесь оно максимально подойдет, поэтому беру свою вот эту формулу, беру свое вязание, таким вот образом вяжу. Единственное, что я не сделала плавного перехода в рукавах, это для тех, кто будет швом наружу вязать. 2, 3, 4. Закрыла я 4 петли и вяжу ряд до конца. Тут особенно, здесь же мы помним, девчонки, подождите, подождите, да. Здесь мы помним, что мы находимся одинаково, у нас должно быть одинаково. Вот, то есть здесь вот этот квадрат, начало квадрата и начало закрытия петель. Вот не забудьте это. Ну, это все было в предыдущем видео, девчонки. Это касается именно этого джемпера. И это касается именно этих клеток, да? Я же сейчас вяжу вверх. И делаю вот эти вот закрытия в начале каждого ряда. То есть параллельно я вяжу, ну, точно так же, как рукав.
криво. 4, 3, 2, 1, 1, 1, 4, 3, 2, 1, 1, 1 и так далее. То есть до делаем, выполняя с обеих сторон эту уровень. Ох, я нарисовала. Ох, и художник Вика. Смотрю, девчонки своих видео так красиво рисуют. А Вика вечно как курица. Изнаночным то же самое, точно так же проходимся по всем сокращениям. В следующий раз это будет 3, потом 2, а потом по 1, 3, 4, и не дожу ряд до конца. Значит, что у меня здесь? Смотрите, вот я сделала все вот эти вот сокращения, как я 4 3 2. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. И еще провязала. Раз, два, три, четыре, пять. 10 рядов без сокращений. Вот это так выглядит сейчас. Сейчас я вам сейчас мы будем определять. Вот теперь вы берете свой рукав. Сейчас мы просто по новой нарисуем. Значит. Четыре, три, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Четыре, три, два, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, плюс 10 рядов я провязала ровно и предполагаю, что сейчас будет горловина. Но для начала, девчонки, вот смотрите, я складываю пополам рукав. Вот где-то 2 сантиметра от сгиба. Это у нас пойдет на... Я складываю пополам рукав, и вот мне нужно переконтролировать мою пройму. И я ее прикладываю к рукаву, вот совпадает у меня начало-конец. И здесь вот, видите, сколько у меня осталось. Я сейчас измерю. 10 сантиметров. А глубина горловины у нас так и будет где-то 10 сантиметров, но у меня еще будет скос плеча, поэтому я еще вяжу 3 сантиметра высоту, а потом начну делать горловину. Правильно? 3 сантиметра, потом горловина плюс скос плеча. В принципе, правильно. Значит, я еще провяжу 3 сантиметра. Вот. По узору. И начну делать скос плеча. Ой, вернее, вырез горловины. Так, девчонки, я провязала 3 сантиметра. Смотрим, смотрим. Всего у меня сколько здесь рядов сейчас? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Значит, 20 рядов. Всего, значит, у меня здесь 20 рядов. И давайте вот этот участок обозначим. 20 рядов. И сейчас я буду делать горловину. Горловину, девчонки. Так, еще вам хочу показать, как бы подробнее, на что я основывалась. Вот смотрите, если вот так вот приложить к рукаву, вот видите, здесь у меня все прекрасно, красиво совпадает. Вот, и получается вот этот вот кусочек, который остается, его мы измеряем. Вот это и будет наша глубина горловины. Этот кусочек. Вот ориентировочно, девчонки, сколько мне еще здесь осталось. Так,
И вот этот, смотрите, кусочек, который остался, смотрите, я считаю, у меня 7,5 сантиметров. И плюс еще 2,5-3 сантиметра скос плеча. То есть в целом у меня глубина горловины будет около 10 сантиметров, что я и хочу. То есть по вот этой вот части плюс скос плеча мы ориентируемся, определяем глубину горловины. Теперь я определяю ширину горловины. Смотрите, тоже визуально. Вот один квадрат у меня 16 сантиметров. Я где-то продлю ее на 18 сантиметров. Вот смотрите, у меня средний квадрат и 3 петли отсюда, 3 петли отсюда. Из этого квадрата это и будет моя горловина. Сейчас считаю, 27 плюс 6, 33 петли. Моя горловина. Проверяю сейчас. Раз, два, 4, 5. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 1. Да, 33 петли. Значит, что я для этого делаю? Значит, у меня будет вот середина и вот так вот. То есть 3 закругления. То есть у меня будет круглая горловина. Всего у меня 33 петли здесь. То есть по центру. Господи, опять художество своим. По центру я закрою 11 петель, чтобы выровнять, как бы, и останется, что у меня здесь надо будет закрыть 11 и здесь 11. Давайте для начала вот схему горловины, как бы петли, количество закрытия, я рекомендую вот так вот сделать, как и у меня. Так, я вяжу до центра и закрою центральные 11 петель. Кстати, можно немножечко уменьшить, не 33, не 18 сантиметров, как я отмерила, а чуть меньше, потому что я не люблю под горло сильную горловину, поэтому я делаю такой вот, ну, свободный вырез. Так, значит, 3 петли, вот. Вот эти петли у меня на плечо, что вполне себе как раз визуально я вижу как раз плечо. Больше и не надо, и меньше не надо. Так, 11 петель вяжу. 1, 2, 3, 4. Ага, здесь у меня 3. Так, белая нить. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Теперь 11 центральных закрываю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 8 9 10 11. Так, сейчас я еще проверю, здесь у меня, значит, отсюда 3, 1 2 3 4 5 11. Все правильно. Теперь я вяжу правую полочку отдельно, здесь продолжаю узор. И знаете, что я вам рекомендую? Повторить вот эту вот часть. То есть здесь мне нужно 11 петель сократить. Это будет 4, 3, 2, 9, 10, 11. И два раза по одной. То есть сделать круглый вырез таким вот образом. То есть не заморачиваться. Да? Закруглим его вот так вот. То есть со стороны горловины я сейчас буду делать вот такие вот сокращения. Но уже со следующего лицевого ряда. По тому же принципу 4, 3, 2 и 1, 3 раза. Продолжаю вот таким вот. Давайте я еще провяжу, покажу, где эти сокращения. Так, вот теперь мне нужно отрезать вот эту нить. Потому что ее нужно приделать сюда.
начало ряда, потому что здесь у меня должна быть черная сейчас, и начиная с начала ряда я закрываю сначала 4 петли. 1, 2, 3, 4, и так таким образом вяжу, при этом делаю вот эти вот сокращения. Так, вот смотрите, половинку я сделала эту, осталось у меня 21 петля здесь. Теперь еще контролируем в процессе, все обязательно контролируем с рукавом, сверяем пройму. То есть сейчас я вот так вот, так, то есть вот где-то 3 сантиметра мне нужно еще высоту довязать ровно до скосов плеча, больше не надо, здесь где-то 4, но сантиметр мы на посадку вот так вот оставим, на припосадочку. Так что 3 сантиметра я еще провяжу. Это при моей плотности где-то 10 рядов. Ну, ориентировочно 3 сантиметра. То есть от сокращений 3 сантиметра еще вяжу. Но в любом случае контролируйте по своему рукаву. Вот я провязала 10 рядов, видите? Теперь смотрите, здесь контролируем, чтобы все у нас совпало. Видите, чуть-чуть осталось, это нормально. И сейчас я начинаю делать скосы. У меня 21 петля. Скосы я буду делать по 4 петли. То есть закрываю со стороны рукава 4 петли. 2, 3, 4. И так каждый раз. Стороны рукава я закрываю по 4 петли, пока все петли у меня не закроются. У вас может быть другое количество петель, вот, то есть если, допустим, у меня это будет 4 раза я закрою потом оставшиеся петли, то у вас может быть 5 раз, поэтому не пугайтесь, можете по 5 раз закрыть, по 5 петель закрывать, меньше скос будет, не такой как бы крутой, помягче. В общем, смотрите, все очень индивидуально, но мне кажется, как раз по 4 петли самое оно. 3 по 4 петли у меня, 1, 2, 3, 4, и последние как бы вот 5. Да, вот такой вот скос рукава плечика у меня получился. Вот, и вот он, она моя пойма. Теперь что я буду делать? Теперь нам нужно, мне вернее, посчитать. Я вот так вот прям нарисую на отдельном листе. Давайте на отдельном. Значит, пройму спинки, она у нас будет чуть другая. Значит, те же 15 петель, которые я сокращала. 15 же. Да, 15. В пройме передней детали. Но там, вот смотрите, там у меня было 4, 3, 2, 1, 1, 1. Теперь же мы вот эти 4, мы их переносим вверх. Что мы с ними будем делать? Значит, теперь у меня здесь 3, 2, 6 раз по 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все как было, кроме вот этой четверки. И четверку мы определяем вот так. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1. Разделили эту четверку через 3 ряда в каждом четвертом. Вот, понятно, да? И здесь у нас 3 ряда. После последней единички провязываем 3 ряда, потом делаем сокращение. Провязываем 3 ряда, делаем сокращение. То есть у нас здесь скос будет более такой плавный. Я вам потом в сравнении покажу. То есть сейчас я вяжу вот эти вот сокращения. Делаю 3, 2, 6 раз по 1 и 4 раза в каждом четвертом ряду. Так, провязала я спиночку, смотрите,
и провязала вверх. Я сейчас вам покажу свои сокращения. Господи. И покажу разницу, чтобы вы понимали. Вот я уже сравняла как бы плечико. Между передней деталью и спинкой. Смотрите, видите? Вот здесь вот есть на спинке. Там оно сравнялось все. Вот. Видите? А здесь вот на спиночке такие крылышки есть. Больше как бы шире. Что так и должно быть. То же самое с этой стороны. Смотрите. Вот. И что касается горловины. Вот сейчас еще у меня, по-моему, два ряда. Ну, в общем, вяжу до вот этой вот точки. Вот. И там, в этой точке, что я делаю? Я продублирую горловину с передней деталью. То есть, я закрою 11 петель. И далее, как у меня там было, 4, 3, 2, и два раза по одному, а я сделаю два раза по 2. Это скос, и здесь 21 петля. Здесь по центру 11, здесь скос тоже 4, 3, 2, 2. Здесь 21 петля, и здесь одновременно, вот я неправильно нарисовала, вот вы закроете среднюю часть, и одновременно скос по 4 петли делаем. Вот, если в передней детали сначала мы сделали вырез, провязали, потом скос, то здесь у нас все одновременно, и все, и закроем петли. Вот закрыла я спиночку, вырез. Вот он, моя передняя деталь, если сложить лицевыми сторонами вовнутрь. Сейчас я сошью плечики. Я не показываю, девчонки, потому что черное, ничего не видно. Я думаю, тут ничего нового я для вас не сообщу. Сшиваю плечи и набираю по кругу петли для горловины. Так, вот я набрала, девчонки, 106 петель. Набрала сначала на круговые спицы. Потом власть меняется, как обычно, пересняла на вот эти вот, на носочные. У меня всего 106 петель. И я вот один ряд провязала изнаночными петлями. Далее перехожу на резинку 1 на 1. Что хочу сказать. В оригинале там основа темного цвета, но у меня очень мало осталось ниточек. Поэтому, ну, черных. Белых больше, поэтому я за основу беру белый, а добавлять буду черный. Ну и потом вам скажу, сколько, каких рядов я провязала. Намеченных профессиональных планов. Так, девчонки, смотрите, что я сделала, сколько я провязала. Я все-таки решила, хотела одинарную, потом решила двойную горловину. Я сейчас подощу, но это не обязательно. Вот я написала, что я, как я провязала, первый ряд у меня изнаночный, потом три ряда белой нитью, одна черная, одна белая, одна черная, одна белая, одна черная, и далее 12 рядов белой нитью. Но это не, как бы, не шаблон. Сейчас я обрезаю нить, и я подошью, ну, чтобы была двойная. Конечно же, я же говорю, изначально я собиралась делать одинарную горловинку. Сюда я буду вот эти вот все концы продевать. И еще что, вот это вот как бы край, там где набирались петли, подшивать буду сюда, там где в ту петлю, которую я набирала, чтобы все было красиво. То есть прячу вот этот вот краешек. Так, вот она. Сюда начинаем. Смотрите тоже, чтобы не перекосило, если будете делать так, как я. Если одинарную, то там не 12 рядов, а ряда 4, может быть, пробежите, чтобы, и закройте иглой, либо, ну, как вам удобно. Так, это у нас туда пойдет туда. Ну, в общем, следите, перекосы за перекосами, если подшиваете, и продеваете все ниточки туда.
вовнутрь. И получится у меня двойная горловинка. Вот, подшиваю я. Смотрите, вот такая вот у меня получится. Так, девчонки, показываю вам. Протянула все ниточки. Очень удобно, кстати. Думала, что вот большое множество узлов как-то повлияет на эстетический вид изнанки. Вот посмотрите. Вот благодаря этому узору, вот у меня затянута нить. Все насколько классно затягиваются все ниточки, получается все очень красиво. Кто, конечно, хочет их висящими, все вытаскиваем на лицевую сторону и оставляем висящими. Я этого не хочу, поэтому вот смотрите, я разутюжила, убрала все. И сейчас буду сшивать. То же самое я сделала. О, Господи, маски даже в камере, представляете, до чего мы дошли. Вот моя горловинка, смотрите, я ее тоже подутюжила, вот так вот она выглядит, плечики, изнанку показываю, все, все продела, все замаскировала. Так, теперь первым делом я пришиваю рукава. Я все делаю, как бы швы у меня будут спрятаны, поэтому сначала я фиксирую. Складываю лицевыми сторонами вовнутрь. Вот мой центр. Я его фиксирую на шов. Так, и тут смотрите, какой нитью сшивать. Я буду сшивать здесь. Наверное, буду менять. Вот кусочек сошью белой. Вот здесь вот. А далее пойдет черная. Вот смотрите, рукав сидит. Все, пройма наша сидит. Методом научного тыка. Упрощенным моим методом. Все сидит прекрасно. Так вот булавочками я всю подколю, подготовлю и сошью. Клетка тоже, смотрите, у нас стыкуется, совпадает. Все у нас хорошо. Я надеюсь, у вас тоже без проблем. Отпишитесь, девчонки, кто вязал, как у вас все прошло. Вот. И то же самое эту сторону. Я рада. И здесь клетка у меня совпадает. Так что все у нас красиво. Не хуже, чем у Ред Валентина. Согласитесь. Вот, напишите мне. Мы же умнички. Мы молодцы. Так. Так, так. Так, так. Все, и пришиваю я рукавчик. Вот я ее прибулавила, пришиваю. Кто на наружу швы, то тот на наружу. Ну, я не думаю, что такие найдутся. Вот я больше чем уверена, что все спрячут швы точно так же, как и я, чтобы было аккуратненько. Вот, ну, смотрите, клеточка у нас совпала, все у нас прекрасно, все красиво получается. Пришиваю я рукав. Так, девчонки, манекенчик, пожалуйста, представление, модельки. Шейка куда-то потянулась не туда. Фотографии на мне. Нравится, нравится, мне очень нравится то, что у меня получилось. Девчонки, я думаю, это победа. Так что вяжите, не пожалеете. Стоит поиграться, чтобы потом иметь вот такую вот эффектную вещь. Класс. Класс, мне нравится. Напишите вы, получилось у меня или не получилось. Я довольна. Может, я сильно самоуверена, но я довольна, девчонки. Все. Показала вам с разных сторон. Несложные расчеты, и все село, в принципе, нормально. Единственное, что я хочу сказать, оригинал чуть поуже, но так, в моем случае так было задумано. То есть я в облипку не хотела, а вот такой вот, потому что он не мне.
Вот. Такая вот глася тень. Глася тень. Все, девчоночки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Вяжите, присылайте мне в Инстаграм обязательно фотографии. Всеми фотографиями я делюсь в сторис вашими, со ссылочками на ваши аккаунты. Вот. Делитесь. Мне очень интересно, кто вяжет и какой результат у вас. Все, девчоночки, еще раз прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.